Привет, друзья! С вами профессор Антошка и моя юная помощница Амина. Класс! Что же мы будем делать? Мы сегодня будем с тобой проводить эксперимент. Мой самый любимый эксперимент, который называется мега-дымовуха. Хочешь ее здесь устроить? Да, хочу. Итак, друзья, нам потребуются защитные перчатки. Амина, одевай перчатки на обе руки. И нам потребуется наш сухой лед. Очень-очень холодный. Итак, возьмем весь сухой лед. Ну что, справляешься? Да. Давай. Возьмем весь сухой лед, и нам нужно его высыпать в нашу посуду с теплой водой. Абсолютно весь. Готово? Да. Держи миску. А убирать быстро? На счет три. Один, два, три, высыпай. Итак, друзья, посмотрите, мега дымовуха получилась. Круто? Да. Круто. Сухой лед выделяет углекислый газ, и так как он тяжелее, чем воздух, он опускается вниз и заполняет всю нашу аудиторию. Ну что, тебе понравилось химичить? Да. Тебе понравилось проводить эксперименты? Очень. А все почему? Потому что наука – это круто. Давай вместе скажем. Наука – это круто. Ну что ж, друзья, до новых встреч. С вами был профессор Антошка и моя юная помощница Амина. Пока всем. Пока.